Джессика. За 1 плюс 2 на чёрт. 6 метров в секунду ветер. Войска постоянной боевой готовности. Не пустые слова соединения РВСН. По всей стране несут дежурство круглосуточно. Даже в свой профессиональный праздник. Вот и машины боевого патрулирования выходят ясно уже в средней власти России. Впереди машина разминирования. За ней противодиверсионный тайфун М и непрерывная разведка с воздуха. В таком режиме дежурные расчеты преодолевают сотни километров, постоянно меняя дислокацию и проводя в глухих лесах по несколько дней. Более без проблем. Все необходимое для жизни где-то там нет. Мобильный комплекс ЯРС – это современная замена знаменитому Тополю. Вышли из службы и уровень защищенности улучшен. Не, я все, конечно, понимаю. Ну-ка, отдай. Нашла, что погрызть. Если подает. Смотри, там тоже свои. Джессика, отобери у нее. Дай. Сними.